Крайне обидно. До прихода Пословского я был лучшим прокурором. До Пословского никто меня не говорил, что я плохо работаю. При Пословском я стал хуже всех. Ну, тогда выходит, я что, 25 лет работал плохо, то есть хорошо, и сразу стал плохим прокурором. Если он хотел убрать меня, ну, убрал меня. А зачем он весь коллектив Чебоксарской спецпрокуратуры разогнал после меня всех? С приходом прокурора республики Пословского, прокурором Чувашской республики, все свелось к тому, чтобы лишь бы было в статистике красивые цифры. Если по какой-то строке статистики, значит, по сравнению с прошлым годом на одну цифру меньше, значит, прокурор плохо работает. Все опытнейшие работники ушли, остались, которые не имеют никакой работы. Вот таким образом он выдавливает специалистов, состоящих специалистов прокуратуры выдавливает и оставляет людей, ну, наверное, надо сказать, которые ему не посмеют ни слова сказать и вытирает ему одно место. В отчетной бланке, чтобы цифры, акты реагирования, выявленных нарушений не хуже, чем в прошлом году. То есть его только цифры интересуют. Конкретная оперативная обстановка и законность на конкретной территории его нисколько не интересует. Ему только отчетность.